Бывает так, что при уборке урожая ждешь большие, а еще лучше огромные плоды. Но на деле выходит все наоборот. Но не стоит расстраиваться, сегодня я хочу предложить вам вариант очень вкусного ассорти на зиму из этих мини-крошек. Заходите. Конечно, на эту мелочевку потребуется время и немного усилий, но заготовка того стоит. Помидоры должны быть полностью сформированы, просто не успевшие покраснеть. Можно также взять и бурые. Овощи получаются кисло-сладкими с небольшой остринкой. Готовы они будут примерно через 2-3 месяца. Кстати, в магазине такие овощи стоят довольно прилично, так что не торопитесь их выбрасывать. Подготовьте все необходимые ингредиенты. На дно стерилизованных банок положите петрушку, резанный чеснок и горчицу. Отварите очищенную свеклу в течение 5 минут. Положите на дно банок. Отварите очищенную морковь в течение 3 минут. Уложите на свеклу. Положите зеленые помидоры, доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар. Кипятите в течение 5 минут, добавьте уксус, доведите до кипения и сразу залейте банки до самого верха. Закатайте и укутайте до полного остывания. Приятного аппетита!